В Центре духовно-нравственного воспитания Анагатагзым состоялась встреча психологов с подростками. Это мероприятие было приурочено ко Дню семьи, который отмечается в стране каждое второе воскресенье сентября. Особое внимание в ходе семинара было уделено вопросу воспитания девочек в современном обществе. На встрече были затронуты несколько важных тем. Психологи и медиаторы постарались учащимся старших классов на простом языке объяснить, что такое семья, ее роль, воспитание ребенка, становление и формирование подрастающей личности. Вместе с тем говорилось и о взаимодействии старшего поколения с младшими. По словам специалистов, глобальная проблема современного общества – то, что родители не уделяют своим детям должного внимания, от чего могут возникать не самые лучшие последствия. Нужно расставить приоритеты правильно, чтобы на первом месте была семья, а не какой-нибудь там гаджет или, допустим, какая-нибудь технология, или какие-нибудь, как родители говорят, там встречи, да, собрания. На первом месте должна быть семья. Мы должны остановиться на 5 минут и посмотреть в округе, что мы даем своим детям, какие они завтра будут, да. Почему родители сейчас удивляются, вроде бы у нас все было хорошо, а у ребенка там такие проблемы, и такие проблемы. Ребенок стал игроманом, наркоманом, да, либо там пол решил поменять. Почему? От чего? От того, что мы сегодня не уделяем своей семье время. И все. В своих выступлениях спикеры подняли и вопросы, связанные с профилактикой ранней беременности у подростков. Многодетная мама Гульжан Сатыбаладина подробно остановилась на воспитании девочек и роли женщины, занимаемой в семье и обществе. Девочек с детства надо приучать к труду. Очень важно научить их выполнять работу по домашнему хозяйству, ухаживать за собой, соблюдать личную гигиену. От женщины зависит атмосфера в доме. Она ведь хранительница очага. В завершение мероприятия учащиеся смогли задать интересующие вопросы специалистам. Для желающих получить бесплатную консультацию у психолога работает телефон горячей линии 8 700 722 84 47. Гульдана Кален, Миржан Маджолов, телеканал Ахтубе.